Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня обзор пустых баночек за февраль месяц. Огромный тяжеленный мешок получилось, 46 баночек Oriflame и 2 от других производителей, 453 балла по текущему каталогу, по ценам каталога на 27678 рублей и по дистрибьюторским ценам на 22142 рубля, и плюс еще 2 баночки не Oriflame на 2352 рубля. Намного больше, чем в прошлом месяце. На самом деле в прошлый раз было так мало баночек, буквально вот прям вот третью часть пакетика. Итак, что же здесь лежит, буду идти по порядку. Так, пачка витаминок, мне кажется, она не одна, да, две пачки женских витаминок закончилось, одна моя, одна от дочки пришла пустая баночка. Витаминки стараемся пить регулярно для того, чтобы укрепить иммунитет, чтобы поддержать свой организм в хорошем состоянии, чтобы дополнить недостающие микроэлементы и витамины, которых нам не хватает из питания. В общем-то, витамины у нас очень классные, пьем мы их давно и очень-очень довольны. Так, вылилась одна баночка. Это маска для лица, маска тканевая с виноградом и гранатом, она антиоксидантная. Мне очень нравятся эти маски тканевые, я их делаю не так часто, как хотелось бы, но когда делаю, это всегда праздник, чувствую себя просто отлично. Так, две пачки киви или от киви, это патчи, каждой упаковке по 8 штук. И как я делаю, я беру большой кругляш, целую кивину на лоб, на шею, и одну режу пополам, и дольки прикладываю в зону под глазами, потому что здесь бывают отеки и хочется увлажнить, то есть дать коже вот прям вот питание, чтобы она разгладилась, стала такая мягенькая. Кстати, сегодня как раз делала и вчера делала, стараюсь делать почаще. Восторг полный от этого продукта, всем рекомендую. Во-первых, поднимает настроение, просто когда смотришь на себя в зеркало, вот улыбка появляется. Во-вторых, действительно отличный продукт в плане эффекта. Ну, я думаю, что это здорово, когда есть и внешняя составляющая, и результат от применения. Мне кажется, это самое важное для нас, для девочек. Так, кусочек мыла с грейпфрутом, шикарный продукт. Шикарный, пахнет вот этот цитрусовый аромат, у нас даже солнышко вышло, он всегда вдохновляет, он всегда дает хорошее настроение, поэтому я люблю все продукты, даже ароматы, в которых есть нотки цитрусовых, я их всегда заказываю, потому что это, ну, как подпитка идет от продукции. Выкидываю помаду, кстати, будет очень много декоративной косметики в этот раз, потому что обнаружилось огромное количество просрочки, и я объясню, почему так получилось. Дело в том, что когда мы работали в офисе, офлайн это называется, мы проводили мастер-классы, то есть мы всех красили, мы давали все попробовать, мы делали макияжи, мы учили людей краситься, то есть, как я это называла, мы вам ставим руку, и дома вы уже будете вытворять все, что захотите. И для того, чтобы у нас было разнообразие, мы закупали продукцию, мы с девчонками договаривались, кто-то что-то в заказ добавлял, кто-то приносил карандаш, кто-то тени, кто-то помада, кто пудру, кто румяна, и у нас получилось огромное количество продукции, которую мы просто физически не могли использовать. Да, офис закрыли, кто-то что-то забрал домой, и все, я привезла оставшееся к себе. Вы знаете, я разобрала эту коробку, наконец-то столько там всего нашла. Просто я, например, таким оттенком не пользовалась, хотя сама вот эта помада, я по ней очень скучаю, серия The One, она была одна из лучших помад, которые я пробовала в своей жизни. Здесь и цвет, и легкость, и увлажнение, и как она хорошо лежала на губах. Вот к этой помаде не было вообще никаких нареканий, а какой дизайн был. Я сразу смотрела и видела через прозрачный колпачок, какой оттенок. Сейчас у меня несколько помад Giordani, и каждый раз, чтобы найти нужную, мне приходится открыть на 5-7 помад, пока я доберусь до той, которая нужна. Кстати, в этой же коробке среди журналов нашла вот такую палетку, мы ее получали в подарок, эта палетка просто волшебная. Смотрите, два крючочка,
То есть два таких вот хлястика держим. Один зеркало. Зеркало, кстати, с подставкой. То есть его можно было поставить, и это крайне удобно. Зеркало я оставлю себе, кстати, вот такой вот формат зеркала. А тут у нас целый потрясающий набор. Он действительно потрясающий. Но, ой, не использовали, так как срок годности уже не рабочий, и нам пришли новые крутые палетки после этого, потом еще просто физически не могли использовать. Но палетка была потрясающая, смотрите, как это удобно. Во-первых, она легкая, вот этот формат, то что есть и зеркало в этой коробке, и помада, хайлайтер, румяна, пудра и 12 оттенков теней. Супер, просто классная была идея, но уходит на помойку. Кстати, кисточку тоже выкидываю, я такими не пользуюсь. Так, дочка отдала крем, это уже второй, сейчас она открыла третий. Именно эта серия Love Nature с ягодами органическими, классный крем для молодой кожи, такой нежный, увлажняющий, приятно пахнет, дочке нравится, поэтому заказываю ей пока такие продукты. Так, это кондиционер, серия Hair X Climate Control. Вот зимой обожаю эту серию, потому что снимает статику с волос, они классно расчесываются, не пересушиваются. То есть вот этот момент, когда на улице мороз, в помещении жара, сухой воздух, вот эта серия прям палочка-выручалочка. Обратите на нее внимание, особенно если волосы пушатся и все время вы не можете с ними справиться, этот кондиционер справится точно. Так, шампунь Элио закончился, классный. Во-первых, он красавчик в плане дизайна, удобство, то что здесь есть дозатор и сам шампунь. То есть он с эфирными маслами, с натуральными маслами, те, которые специально для красоты волос, для того чтобы они были наполнены жизнью, блестели, были живые, блестящие, увлажненные. Я даже не знаю, вот уже повторяюсь, классный шампунь, отличный продукт, даже всем рекомендую. И здесь большой флакон мыла, жидкое мыло, серия мед и молоко, 300 миллилитров, очень густое, концентрированное, просто долгоиграющий продукт и увлажняет. И то, что мне нравится, аромат. Я люблю эту серию медовую, и поэтому с удовольствием всегда беру жидкое мыло, чтобы ощущать этот приятный, сладковатый такой медово-молочный продукт. Краска для волос, один раз красилась, кстати, уже смотрю, скоро снова нужно краситься будет. Но что я вам хочу сказать, когда я перешла на этот оттенок светлый, я стала краситься всего один раз в месяц, а когда я была брюнеткой, я красилась 2,5, максимум 3 недели приходилось красить, потому что корни уже слишком сильно выделялись, а сейчас их незаметно. По поводу краски, что хочу сказать, мне она очень нравится, у нее есть как масса достоинств, так и недостаток. Давайте начнем с недостатка. Она пахнет, все-таки вот этот вот неприятный запах краски, он сильный. Но, кстати, когда у нас была маленькая ванная в квартире, я там просто задыхалась. Когда мы переехали в дом, и здесь огромная ванная, вентиляция классная, то я этого не чувствую запаха. Но недавно мне моя девочка из команды написала, как она воняет. И я думаю, да, она действительно плохо пахла. Но я этого теперь не чувствую, поэтому можно просто вентиляцию включать или как-то открывать окна, чтобы не дышать этим. Остальное все достоинство. Отлично прокрашивает волосы, закрашивает седину, она не смывается. То есть бывают краски, которые красивые, но начинаешь мыть волосы 2-3 раза, и она вымывается, блекнет, и как будто выстиранные волосы смотрятся. С этой краской всегда блеск, всегда такие ухоженные локоны, живые, блестящие. Умная краска, состав мне у нее очень нравится, ну вы сами можете тоже почитать на сайте состав. Далее закончился гель для бритья и купания, то есть для интимных зон, то есть два в одном, очень крутой. Я сразу достала новый, потому что заранее его покупала, очень крутой в плане
Бритье какое с ним классное, вообще нет раздражения, минимизирует порезы и так далее. И, конечно, вот этот вот комфорт, то, что сразу и купаешься с ним. Супер. Так, это что такое? Обнаружила у себя, что не использовала до конца. Это у нас пилинг. Пилинг на Вэнш еще в старом таком формате. Сейчас у нас пилинг вышел жиденький, с 6% АХА-кислотами. Что хочу сказать, крутой продукт, очень крутой. Нужно было наносить на ночь, на 20 минут, на очищенную кожу. Потом смываем, лицо ровное, чистое. Кстати, достала сейчас, у меня, оказывается, был еще такой новый, я его открыла и начала им пользоваться. А так как этот не использовал, на срок годности уже вышел, выкидываем, потому что давно открытый, я такие продукты не люблю. Вот когда слишком много всего, тоже плохо, не успеваешь даже все использовать, уже новое приходит, а всегда хочется чем-то новым пользоваться. Я не из тех людей, которые откладывают что-то на лучшие времена или что-то на потом. Я если что-то покупаю, например, красивую одежду, я ее сразу стараюсь носить. Если я покупаю бумагу акварельную, дорогую, то я ей начинаю пользоваться. Ну, что-то такое, что было раньше куплено, я могу это отложить. Ну, может быть, когда-нибудь использую. То есть я не экономлю. Если появился новый классный шампунь, я буду пользоваться именно им. Так, что еще для лица? Эта дочка отдала. Из серии Optimus очищающий гель. Сказала, нравится, но это не первый флакончик, то есть периодически я и беру или этот продукт, сейчас обновилась, кстати, серия, новинку ей взяла, или с чайным деревом, или абрикос и апельсин, тоже очень нравятся вот эти все очищающие средства серии Optimus или Love Nature, они такие приятные все в использовании, главное посмотрите по типу кожи, чтобы вам подходило, тогда будет все классно. Так, скоро столько будет мелочи всякой. Питательный коктейль шоколадный для контроля веса. Я его пью сама. Сейчас дочка на него тоже подсела. И папа. Но папа по понятным причинам, по здоровью, ему очень трудно выбрать что-то из еды, чтобы он мог это кушать, потому что, ну, там проблемы всевозможные. А коктейль ему так подошел и понравился. Он его кушает, получает питание, потому что здесь безумно крутой состав. И он сытый. И это самое главное. Поэтому мы ему заказали тоже такой коктейль. У меня подписка на него. Это очень удобно, потому что когда выкупаешь три баночки, то четвертая приходит бесплатно, как и с витаминами. На многую продукцию Wellness действует такая акция. Три берем, четвертая бесплатно на детские, вот на омегу детскую, на витаминки, на женский, мужской wellness pack. Так, зубные пасты. Вот, кстати, сразу будет две пасты. Одна от Oriflame, травяной комплекс, и вторая паста «Сибирское здоровье» с прополисом. Кстати, по цене эта паста стоит 310 рублей, в Oriflame 199, по-моему, или 169 рублей. В общем-то, до 200 рублей. По объему они одинаковые. Паста «Травяной комплекс», она нежная, хорошо очищает, ухаживает за деснами. Если вы пробовали пасту, которая была предыдущая «Травяной комплекс», то предыдущая, мне кажется, более ядреная. То есть мне она нравилась больше. Это более мягкая, такая деликатная. Вот, классное слово подобрала. А «Сибирское здоровье» с прополисом на почти 99% натуральный состав. И это видно даже по самой пасте, потому что когда ее выдавливаешь, она тут какая-то вот такая вот зеленоватая, коричневатая. И пахнет прям прополисом натуральным. Мне паста понравилась, очень понравилась. Единственный момент неприятный, когда чистишь, выплевываешь вот эту вот какая-то масса такая грязевая. Я это не люблю. Вот, кстати, ну, всегда об этом говорю, что мне важно еще вот эстетичность, да, чтобы это было все красивенько, так вот, во всех моментах. Но она классно ухаживает за деснами. Она приятная, зубы чистые. То есть языком проводишь, зубы чистые, то есть все супер. Мише не понравилось, мне понравилась паста. Еще такой момент. Я, например, пользуюсь, потом мне надо сделать перерыв. Ну, вот как-то то ли надоедает вот этот постоянный вкус прополиса во рту, то ли что. То есть я и пользовалась, потом понимаю, что больше не могу. Я остановилась,
опять Oriflame пользуюсь. Ну вот допользовала, долго она у меня была, наверное, ну больше чем полгода. Весной я, по-моему, ее покупала, интересно было попробовать. Ну, расхвалили, поэтому да, понравилось однозначно. Попробуйте, если интересно, попробуйте. Но повторять не буду, потому что меня полностью устраивает паста Oriflame. Сейчас заказала гель пасту отбеливающую, снова травяной комплекс. И для чувствительных зубов, кстати, у меня недавно была у стоматолога, она мне сказала, что у меня есть такая проблема, как обнажаются, да, немножко вот, как это называется, это слово забыла, прям десна как будто отходит, и там обнажается зуб. И бывает некомфортно, там попадает что-то холодное или горячее, или сладкое. Вот. Она мне сказала, что надо взять пасту для чувствительных зубов и сделать маску. То есть прям нанести, походить минут 10-15, сколько можешь, и промыть, все это выплюнуть. Вот я начала делать эти маски, и прям заметно стало круче. Поэтому тоже вам такой лайфхак, как ухаживать за зубами, классно. Вот еще мой любимчик. Слушайте, это просто невероятный продукт. Серия Swedish Spa. Маска для рук. Я использую на ночь, использую до последней капельки. Очень удобно, то что здесь есть такая открывашка, и можно так вот открыть, взять продукт и захлопнуть обратно, как я люблю, чтобы были либо дозаторы, либо вот такие открывашки. Вот это вот не люблю, когда крутишь. Ну ладно. Чем хорош этот продукт? Вот если вы хотите, чтобы руки дольше были молодые, не сохли, не старели, чтобы не было вот этих вот заломов, вот делайте на ночь маску. Это волшебно. Я даже на ноги ее делаю иногда. Жалко, конечно, но все равно ноги тоже хочу, чтобы были ухожены. Прелесть. И запах мне нравится, и эффект. Утром встаешь, а руки вот просто вот гладкие, разглаженные, никакой сухости, и ощущение, что более плотная кожа становится, потому что с возрастом кожа истончается, она становится сухая, морщинистая, обезвоженная. Поэтому кремы и маски для рук обязательно используйте. Кстати, еще недавно показывала такой лайфхак. Я использую серию Novage или какие-то сыворотки постоянно, и я вот наношу пальчиками, и на пальчиках остается. Я их беру потом вот сюда в чистые руки втираю. Или если лишнего нанесла крем, чувствую, но не уходит, переборщила, я беру так тыльной стороной, собираю и сюда вбиваю. Вы понимаете, что Novage очень круто ухаживает, восстанавливает кожу, борется с пигментацией, то есть руки становятся молодые и красивые, как и лицо. Далее закончился дезодорант шариковый, кстати, это мой любимый, именно с серой крышечкой, он без запаха, он абсолютно нейтральный, нет, есть запах, но не сильный, и он не оставляет белых следов на одежде, поэтому я его больше всего люблю. Есть у нас еще сейчас дезодорант с зеленой крышечкой и с такой ярко-розовой, как мой лак, новый лак, кстати, будет в следующем каталоге. Не нравятся запахи, вот я их чувствую, да, они нежненькие, они приятненькие, но то ли они полностью цветочные, я не люблю, когда чисто цветочные ароматы, поэтому я выбираю этот дезодорант, он самый классный. Так, закончился база под макияж, праймер под макияж The One. Его сейчас, по-моему, уже нельзя заказать, он еще из старичков у меня. Но чем он мне нравился, то что его наносишь, все-таки девчонки часто спрашивают, использовать праймер или какую-то базу по тон или нет. Конечно, на ваше усмотрение, раз. Во-вторых, это увеличивает время нанесения макияжа. В-третьих, если коже не нужно дополнительно что-то там выравнивать, маскировать, прятать, зачем? Мне кажется, не надо. Либо продлевать макияж. Но если кожа жирная, если поры, если есть какие-то неровности на лице, то, конечно, да. Конечно, да, потому что эти продукты помогают улучшить нанесение тональной основы, продлить стойкость макияжа, и визуально лицо будет выглядеть более идеально, более ровным и красивым. Поэтому, конечно, все зависит от вас, от вашей кожи. Я не злоупотребляю этим продуктом сейчас.
Вот еще выкидываю тюбик, но там чуть-чуть оставалось продукта, и я когда демонстрировала, по-моему, записывали обзор каталога, я перекрутила и отломила вот этот носик от средства, которое специально против мозолей и натоптышей для ног. Классный продукт. Я перелила остатки в другую баночку, но там прям вот осталось, ну, чуть-чуть. А этот выкидываю тюбик, да, рекомендую, классный, расход очень маленький. Если каждый день пользоваться, то вот все потертости, натоптыши, все уходит. Прям буквально через 2 недели я уже увидела классный результат, поэтому тоже рекомендую, хороший продукт. Масло чайного дерева дочка отдала, очередной флакончик. Очень большой расход масла идет, потому что это мощное, рано заживляющее и антибактериальное средство. То есть, если есть на лице какие-то высыпания, прыщики, если есть ожоги, ушибы, ранки, укусы, порезы, все что угодно, это вот к маслу чайного дерева. Можно также в носик закапывать, разведя с водичкой, горло прополоскать, если чувствуете, что вдруг заболеваете. Но, конечно, с вирусами он не борется, это антибактериальное средство, запомните. Так, далее покажу еще, а вот маленькая баночка, смягчающее средство тоже, по-моему, дочка отдала его. Да, у меня такое еще не закончилось, у меня в спальне такое как раз красненькое. Смягчающее средство смягчает все, что нужно смягчить: губы, кожу вокруг глаз. Я бывает даже на все лицо как масочку делаю зимой, вот бывает переморозилось лицо, такое какое-то чувствую сухое, как бы некомфортно, сделала маску, все впиталось, потом смыла. Конечно, самая большая фишка — это губы и вот кутикулы, кутикула и локти. У кого локти, вот бывают такие вот натертые, как мозольки, прям супер средство. А я им еще и пятки мажу, и вот большие пальчики на ногах, чтобы не сохли. Кто-то мажет колени, болячки отлично отходят, если вот болячка уже такая, что вот-вот начинает сушить, чесаться, значит, главное не содрать ее. Нанесите смягчающее средство, пусть полежит, размягчит болячку, она отвалится и будет ровная кожа. А если постоянно болячки сдирать, то они заново образуются, и потом может даже шрам остаться. Поэтому так делать не надо. Так, это производитель не Oriflame, это маска L'Oréal. Я ее заказывала у моего мастера в прошлом году. Год и месяц эта маска у меня была. Она огромная, знаете, какой тут объем? 500 миллилитров. Я, конечно, ей не часто пользовалась, но не прям каждый раз, потому что у нас столько масок классных в Oriflame. Я люблю наши маски в пакетиках больше всего. Но эта маска крутецкая. Очень. Она сейчас стоит 2 с чем-то тысячи. Миша мне писал, по-моему, 200 или 2200. Я ее заказывала год назад за 1200. Решила себя, да, побаловать. Но мне она очень понравилась. Правда, она классная. Вот прям супер маска. Хотелось бы, да, еще раз такую. Тем более такую большую. А сейчас вы только не смейтесь. И понятно, что это не закончилось все молниеносно за один день. Я просто собрала все туши, которые я давно уже не использую, держала их, чтобы кисточку показать в обзоре или сравнить, да, с чем-то. Но сейчас понимаю, что уже не актуально, потому что все щеточки поменялись, все кисточки поменялись, все надо выкидывать. Итак, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тушей. В этом месте закончились две сразу, и я две сразу такие же открыла. Вот этот Giordani Gold с силиконовой кисточкой. На мой взгляд, это крутейшая тушь. Вот настолько она мне понравилась, я ее раньше не заказывала никогда, потому что моя любовь — это тушь 5 в 1 Zelan. Моя любовь из-за кисточки, из-за состава. Это тушь, которая, ну, просто создана для моих капризных, тонких ресниц, и она с ними делает невероятные чудеса. Но эта тушь меня удивила. Оказывается, она делает все то же самое, что тушь 5 в 1, только еще дает больше объема. И если реснички такие тоненькие, как у меня, и хрупкие, бывает такое, что некоторые объемные туши утяжеляют, и кончики начинают у меня провисать. А эта тушь
Суперская. Поэтому я тут же заказала и открыла себе такую тушь. И такую. Я ими вместе пользуюсь. Это мне помогает уложить реснички получше, растянуть тушь. А это дает классный объем. Можно и по отдельности. Неважно. Так, это наша старушечка гипнотик. Она сейчас вышла новая. По-моему, точно такая же кисточка. Вот, кстати, сейчас сравню, посмотрю. У меня есть она. И остальные все туши, вот эти вот цветные, если помните, их уже 100 лет не выпускают. Какие они были классные по цвету. Я не знаю, почему сейчас нет цветных тушей в Oriflame. Вчера дочка подходит, я говорю, я сейчас тебе такую бомбу покажу, ты просто будешь валяться. И показываю ей новую тушь, кстати, у меня сейчас на ресницах с 4-го каталога, который кисточка вращается. Я ей показываю эту кисточку, она говорит, я думала, ты мне розовую тушь покажешь. Я говорю, у нас нет розовой туши. Он говорит, очень жаль. Представляете, какие запросы у молодежи. Я бы вот хотела сказать, хотя бы вот такие нам цвета вернули. Вот эту вот зеленую и васильковую. Они такие классные. Я ими красила только внизу реснички. То есть я делала внизу тенями или карандашиками в тон зелененьким. И вот этим же усиливала, а сверху черненькие. И получалось глаза вот такие огромные, потому что за счет того, что здесь вот светлый вот такой объем, растяжка, вот такие кукольные, просто гигантские глаза на фотографиях невероятно. Ну, вот они высохли совсем, все, я их выкину. Жалко, что нет. Может быть, вернуться. Хотите, я письмо напишу в Oriflame, чтобы они нам эти туши вернули, прям сфоткаю и скину. Если вы попросите, я сделаю ради вас. Так, это тоже старенькая тушь 5 в 1. Выкину просто ее кисточку, вы все знаете. И это Colorbox еще предыдущая, сейчас On Color. Это сейчас Colorbox еще была. Кисточка для меня ужасная. Вообще не подходит кисточка. В этих тушах то же самое. Но здесь из-за цвета я могла смириться, там, терпеть и любить ее. Но черную нет. Так, а здесь что у нас? Не знаю, кто-то помнит эту тушь? С такой маленькой-маленькой кисточкой, тонюсечкой. Оказывается, эта кисточка была невероятная, просто. Казалось бы, ну что тут может быть такая маленькая кисть? На что она разве способна? Она такие ресницы делала. И сама тушь эта термосмываемая, то есть ее теплой водой смягчаешь, и она снимается. А можно с ней было купаться, плавать, попадать в дождь, снег, в душе, в бане, где угодно. Она не смывалась. Так, базу. Нашла, выкидываю Джордани. А, кстати, она еще даже не потемнела у меня. Но я все равно не пользуюсь. Мне лень. Классная она. Да. Ей красишь сначала белые ресницы такие получаются, а потом сразу сверху черной тушью или любой тушью. И вот уже укладка, объем. То есть тушью раз, махнула и все. Но все равно это долго. Не сильно большая разница, чтобы я прям сказала, вау, как без нее жить. Так, трое теней, это стойкие тени. Я не знаю, почему их сняли с производства. Это один из лучших продуктов для макияжа, который я пробовала. Во-первых, если надо сделать быстрый макияж, берешь два оттенка, светлый, темный, и кисточка чуть-чуть растушевала быстренько краешек. Вывела, да, такую сделала растяжку. Или база под сухие тени. Что-то невероятное. Не знаю, почему их сняли. Жалко. Так, закончились у меня тени стойкие, тени-карандаш, оттенок бронза. Что я сделала? Я тут же, когда увидела, что конец, я заказала новые. Я потому что все время ими подвожу внизу. Во-первых, это гладенькое-гладенькое такое, тут чуть-чуть осталось, покажу вам. Видите? Раз, моментально наносится, то есть без усилий, без растяжения кожи. Легкое скольжение, при этом красивый цвет. Можно сверху сухими тенями усилить цвет, как сейчас у меня сделала, просто сухими тенями сверху по ним прошлась, и получилась яркая внизу подводка. Стойкие, вообще не смываются. Можно сделать легко также макияж, а то внутри хрусталиком, например, красишь, здесь бронзы или любые оттенки подбираете, которые вам нравятся. Чуть-чуть пройдет время, они
печатаются, высыхают, и не свести их. Ничего на них не влияет. Они дают стойкий, классный макияж. Так, закончилась у меня подводка. Давно закончилась. Я ее держала еще из-за кисточки, чтобы кисточку показывать. Не знаю, у меня сейчас идет какая-то вот чистка. Я вообще все выкидываю, все лишнее. Я ничего не хочу, чтобы было каких-то залежей. То есть легкости. Я хочу легкости, больше воздуха в пространстве, чтобы ничего не залеживалось. Нашла две помады, у которых истек срок годности. Giordani Gold. Одну я держала, чтобы цвет вам показывать. А это, да, ну чтобы цвет показывать. Но вы знаете, вот помада просроченная, она даже цвет, вот, нанесение даже на руку все равно не такое легкое, когда эта помада новая. Вообще разница другая. И я поэтому их решила выкинуть. Две помады. Смотрите, какой дизайн у этих помад, шикарный. Ну так как цвета не очень ходовые, один, кстати, цвет это моя дочка отдавала мне. И поэтому я их выкидываю. Так, закончились тени Рэйфил. Такая вот железячка. Кто-то посмотрит, скажет, что это такое. Здесь были самые светлые матовые нюдовые тени Рэйфил. Я их обожаю. Я тоже сразу новые заказала. Так, какой-то карандашик. Мне кажется, сейчас уже таких у нас нету. Для того, чтобы делать смоки айс макияж, то есть прокрашивать внутри, потом сверху черным. Ну да, было одно время у меня популярное, пользовалась. Потом смотрите, помада, такую, наверное, никто не помнит. Это не помада, это чудо. Цвет волшебный, нанесение. Я не знаю, мне кажется, сейчас все равно в Oriflame помады стали другие какие-то. Я не знаю, может быть, они стали более ценными по составу, но вот это вот легкое скольжение, нанесение, как они лежали, что вот даже она старая-старая, она вообще не пахнет. То есть у нее не испортился запах нисколечко. А дизайн какой флакона, да? То есть вот она прям вот как игрушечная. Смотрите, вот это вот тут такое скошенное, все такое красивое. Не знаю, мне раньше помады в Oriflame больше нравились. Все, пакет пустой, выкидываю. Так, выкидываю еще одну помаду, тоже не ходовой для меня цвет, хотя мне и тут яркие помады, но я их крашу только на видео или на выход куда-то, там на мероприятие, на фото, я знаю, что будут фотки, я накрашу ярко. В обычной жизни я либо просто блеском каким-то легеньким крашу, либо светленькими нюдовыми помадами. Я не знаю, мне некомфортно, когда у меня яркие губы, не знаю, не люблю. И вот эту помаду тоже выкидываю, но она по качеству очень хорошая, тоже стойкая, увлажняющая, легко наносится, плотный, красивый цвет дает, ну просто супер. И две палетки. В одной палетке у меня, кстати, это была одна из моих любимейших палеток, это консилеры. То есть я ими маскировала всю пигментацию, потом я вывела пигментные пятна. Чем вывела, сейчас спросите. Кстати, еще тогда не было Novage осветляющей серии, а я Optimals вывела, просто элементарно. Каждый день делаешь уход Optimals осветляющий против пигментации, и пигментные пятна уходят. Еще надо чуть-чуть скрабировать лицо или делать пилинг, тогда будет вообще эффект классный. Но эта палетка была бомбическая. Когда потом вышли вот эти тройные палетки, у меня они не зашли, вот валяются просто. Они классные, они качественные, но это неудобно каждый раз откручивать эту палетку, наносить, да, как-то там, не знаю. Мне вот это удобно, то что здесь еще и зеркальце, и пудрочка маленькая. А эти тени тоже лежат в офисе, мы их использовали, я ими не красилась, немножко не мои цвета, у меня с ними воспаленные глаза смотрятся почему-то, вот именно вот этот легкая позолота и такой кофейный оттенок, немножко трюфельный, вот у меня с ним воспаленные глазки почему-то, надо обязательно стрелки, черные густые ресницы. Зеркало выпало, было здесь зеркало, вот они молодцы, раньше все палеточки были с зеркалами, и это очень удобно для потребителей. А мы же с вами в первую очередь кто? Потребители. Нам надо удобство, дизайн, чтобы был приятный. Дизайн был ужасный. Я всегда выступала на всех встречах с нашим руководством, чтобы нам поменяли дизайн, чтобы брать в руки было приятно продукцию. Например, да, вот берешь
продукт. И мы просто, ну, супер. И вы знаете, изменили дизайн, сделали сейчас нам серию The One, как вы знаете, в другом формате, но черный, красивый, когда достаешь из коробочки, классный, но быстро залапывается. Вот в этом, что удобно в этом цвете, тут отпечатков пальцев не было, но он затирался. Сейчас классный, да, идет пластик, красивый, глянцевый, черный, дорого выглядит, но быстро наши отпечаточки остаются, тоже неудобно. Слушайте, вот такой вот крутой получился обзор у нас. Столько всего, я в следующий раз еще переберу, у меня есть еще шкатулки с продукцией. Миша говорит, это очень плохо, когда выкидываешь неиспользованную продукцию. Я ему объяснила то, что это были залежи из офиса. В основном я себе так не набираю. Да, помады бывают, что, ну, мы такие девочки, нам все время хочется новых помад, новых цветов, да, яркости какой-то, то бледности, то в розовенькое, то помады, да, это неизбежно, их много нужно, но все остальное, такие продукты, они всегда расходуются. Я вас благодарю за внимание, всего вам доброго, пишите в комментариях, что понравилось, свои отзывы о продукции, и до новых встреч, всего доброго, пока-пока.